Андрей Лихачев. Горел закат солдатской кровью. Горел закат солдатской кровью. Мы устояли до конца. А медсестра с такой любовью спасала старого бойца. Худая, юная девчонка в окопах на передовой. Глаза ее, как у ребенка, с какой-то искоркой живой. Ну, потерпи еще немного, сейчас тебя перевяжу. Лежи спокойно, ради Бога, тут безопасно, я слежу. Еще чуть-чуть осталось, не умирай, сойду с ума. И сердце девичье сжималось, как будто ранена сама. Отец и дочь в одной землянке. Кто бы такого представлял? Горели вражеские танки. Кто был живой, по ним стрелял. Земля родимая рыдала от раны каждого бойца. А медсестра, она узнала в солдате раненом отца. А сколько их, сестер-девчушек, в окопах на передовой, вселяли жизни в наши души и укрывали нас с собой. Закончен бой, поставим точку в себя пришедшую в блиндаже. Боец сказал: